На концерте с голландским метрополь-оркестром, как показалось, в какой-то момент на вашем лице мелькнуло удивление. Удивление того, что неужели у меня это получилось, или неужели гитара смогла выдать такой звук. Так вот, продолжает ли вас удивлять гитара? Или вы уже все не знаете? I think your show with the Holland Orchestra. One moment, it seems you was very wondering of music, and you was very wondering of music and of guitar. Is still now you finding something new in guitar in music? Is you still now wondering of guitar playing? I think one of the reasons why I'm as good as I am is because I never felt like I was ever good enough. Но он говорит, что одна из причин, по которой он вообще вот так на самом деле хорош, как музыкант, состоит в том, что он никогда не бывает собой доволен, никогда не думает, что я вот хороший действительно. Достаточно. And one of my biggest challenges in life is that as a musician, I see so much, so many things to do, you know, so many ways to evolve. But I'll never have enough time in one life to do it, and I don't want to come back and do it again. Но одно вообще из свойств жизни как человека, как музыканта, в том, что он постоянно видит столько всего, сколько что можно еще сделать в музыке, а столько новых вещей, что он понимает, что ему просто не хватит жизни все это воплотить. Вот в таком состоянии. As I was, you know, going through my years. I was very much a fan of rock music, and it influenced me. And the music that I was recording was somewhat influenced by the various bands and the genres that I was listening to. Но изначально как бы он сформировался под влиянием рок-музыки. Это было у того начала. Сейчас он записывает альбомы, в которых рок-музыка очень хорошо слышна, но также в его музыке можно услышать все остальное, что он слушает, и как бы поэтому он такая немножко разная. And even though much of my music is kind of, you know, it's not very conventional, I still always held back, you know, from going very, very too, you know, very, very deep into unique things. Но если послушать его музыку, то кажется, что она не совсем простая, и он постоянно пытается. А с одной стороны вернуться к корням, потому что еще он вырос, но с другой стороны грузиться куда-то вообще на глубину и открыть что-то такое новое. But when you get older, you become less concerned about conforming. Но чем старше как бы становится, тем меньше вы думаете вообще о том, ну, о какое впечатление, какая музыка должна быть, это все само собой как бы. So, to answer your question, there's so many ideas that it's never ending. Ну, в общем, у него столько идей, что никогда не кончится, и как бы это просто бесконечно прошло. Уважаемые журналисты, последний вопрос, время пресс-конференции подходит к концу. Как долго вы собираетесь? Was that a question? This is the last question. Oh, okay. We have time. But we have another interview after this presentation. We have another interview after this presentation. Oh, wow. Okay. Можно образовать? Ну, думаю, что Франк, вопрос какого-то. Как долго вы собираетесь пробыть в Новосибирске? Посетили вы что-то в нашем городе? Собираетесь ли что-то посетить? How long will you stay in the city? And did you visit something interesting in the city, or maybe are going to visit something interesting? Well, you know, my whole life has been traveling. I've been on tour for 28 years. Ну, вся его жизнь — это одно большое путешествие. Он находится в туре вообще в дороге уже 28 лет. But people think that, you know, I get to see everything. Люди думают, что вот я столько всего повидал вообще в городах, там, в мире. I get to see the hotel room. Он говорит, все, что я видел, в комнате отеля. And unfortunately, I won't be able to see your great city at all. Ну, конечно, он бы хотел все это посмотреть. Вот. Except through the window of the car. Ну, говорит, в основном он видит это все из окна машины. Можно последний вопрос, пожалуйста? Стиву понравится. Давайте сам последний. Можно? Да. Стив,
тебя как композитору. Расскажи, пожалуйста, о своей композиторской концепции, о том, как ты относишься к форме. Вернее, попытайся рассказать про свою форму, как ты устраиваешь отдельные части композиции, почему та или иная. Ну, об этом поподробнее. This is a question of your vision how making a song. What do you think about making a song? How do you build the some parts of song? How you create the song? Mm-hmm. Do you have any strategy? Mm-hmm. It happens in many different ways. But usually, whenever we go into the creative aspect of our mind, we gravitate to the things that interest us the most. Но все это происходит самыми разными путями, на самом деле. Но обычно, когда музыка складывается в голове, потом уже переносится куда-то. And as a result, our music is based, or our art, whatever it is we create, is based on the things that resonate with us the most. Много эта музыка, как любой вид искусства, она происходит из-за того, что резонирует у тебя внутри и отображает какие-то внутренние чувства. And most of us are thinking about love and sex. Большинство из вас наверняка думают о любви и сексе. Ну, наверное, по лицам, да? Yeah, that's important, you know. Вот это, конечно, важно. But sometimes we think of other things. Sometimes. Ну, иногда бывает, что так, и думаем о чем-то другом. And you can see when you listen to music, it's, or, you know, you look at art, it revolves around those things, around politics. Some people are very passionate about politics. Ну, есть, конечно, извращенцы, которые думают о политике. На самом деле, когда мы слушаем музыку, мы думаем о совершенно разных вещах, не только там. Some people write songs about fast cars, you know. Некоторые люди, например, там, придумывают музыку там, о быстрых, клевых машинах. For me, I always, and a lot of people, I'm like I'm a seeker. You know, I'm always looking for some kind of spiritual balance. Ну, что касается него, то он такой, можно сказать, искатель, человек, который там пытается найти вот какое-то такое душевное равновесие. As a matter of fact, it's the thing that's on my mind most of the time. Ну, right next to sex. Ну, все у него опять-таки варится в голове, в том числе и мысли о сексе. So, you know, that's a very powerful thought for me all the time, is trying to find like a spiritual balance. And but then again, my mind has all of this, you know, technical musical information, and it mixes it together, and that's how I write the music I write. Ну, в общем, в конечном итоге музыка получается из того, что он опять-таки думает, из его мыслей, чувств, ощущений, и плюс, ну, влияние другой музыки, именно информация о каких-то там вот вещах, которые он слушает. I think we all have the ability to be creative in a unique way. Но, говорит, что каждый, в принципе, человек может там создавать что-то в своем уникальном стиле. But it takes listening to that inner voice. Надо слушать свой внутренний голос. To find the ideas and the inspiration. Чтобы найти какие-то идеи и вдохновения. And then you have to have the courage to make it real. Ну и когда вы на самом деле будете так делать, то все станет реальностью, любая идея, любая музыка. So I, excuse me. So I can tell you that, you know, first I maybe write the chords, or maybe I write the melody, or maybe I imagine it in my head. Ну, всегда все по-разному. Он может там, например, просто перебрать аккорды на гитаре, может там какую-то мелодию на гитаре сыграть, может просто придумать это в голове. But really, the big picture, the most important thing, is the message. You know, what's important to me to be creative about? Ну, если взглянуть на эту, так сказать, картинку вот так вот, видно на большую картину, то получится, что самое главное, что в музыке, это передать его мысли, ощущения, это вот именно настроение воплотить в музыке, это самое важное. And I think if you think about that, then the rest will come. Ну, если вы будете пытаться вот как бы думать и стремиться делать в этом ключе, то есть придать настроение, то все остальное придет само собой. Спасибо.
Во всем об этом, то, что сейчас рассказал Стив, вы можете увидеть воочию на мастер-классе, который сегодня будет 7 часов в Рок-Сити. Вот, ждем вас, вы победите. Вот, автограф вы можете у него сейчас получить, вот он вам так да, хочет. Спасибо. Кристина? Джин, like Джин Симмонс. Джин, да. Greasy kid stuff.